Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, рында-рыба, мой талисман. Друзья, сегодня по заявкам, подписчиков попросили меня, понравился фильм по поводу ложек и вилок, которых я показывал, делал я приманочки, там блесные мормышки, и блесны с вилки и с ложки. Спросили меня по поводу моих мормышек, и можно, чтобы я показал, как я их делаю с ложки. Конечно, можно. Я, тем более, уже одну ложку подготовил. Здесь она у меня бракованная была. Я уже показывал предыдущий фильм по поводу ложки. Взял фломастер и разграфил ее. Вот так вот разрисовал. То есть я взял от этого конца, где заканчивается здесь, линию навел. И здесь линию навел. Посередине это будет у меня пилькер на морскую рыбалку, на сарганчика. А вот эта сторона и эта сторона я разрежу на мормышки. Сколько их получится, какие это будут мормышки, я, конечно, все вам покажу. Но здесь их будет больше 20. Вот. Соответственно, покажу, как мормышки делаю, почему именно такая форма. Ну, сразу скажу, почему такая форма. Я уже скажу, когда будет готово, я объясню более подробно по поводу формы. Ну, а пока, как я начну делать. Соответственно, зажму в тиски и вот таким инструментом, соответственно, начну резать. Отрежу одну половинку, отрежу вторую половинку. Все как отрежу, я буду показывать. Значит, одну половинку отрежу, я покажу. Начну резать на кусочки, тоже буду показывать. Единственное, что не буду показывать, как я режу, потому что мне надо переодеться, одену халат. И, соответственно, буду уже делать грязную черновую работу. Не показывать вам, а только покажу уже, когда отрежу. По очереди. Все буду делать поэтапно. Пока не порежу. Друзья, я уже здесь разрезал ее. Вот ложечку, видите? Вот, хочу, да, обратить внимание на то, что это ложка мельхиоровая. Видите, здесь клеймо находится вот на ней. Такая же так ложка, точно такая, как я делал в предыдущем фильме. Вот так она разрезана снутри. А вот, на ваших глазах ее здесь можно... еще горячая. Давайте, значит, я уже разрезал. Я теперь, когда разрежу все эти кусочки, я покажу вам уже. То есть вы видите, что ложка разрезана уже с этой стороны. Я теперь эти кусочки разрежу все. И с этой стороны отрежу. И тоже порежу кусочки, чтобы вы уже поняли, как это будет делаться. То есть практически еще раз отрежу. И потом покажу вам, как это все будет дальше. Мы отрезали две половинки наши, которые получили с этой ложки. Вот сама серединка от ложки, сами видите. Вот сейчас я ее непосредственно отрежу, сделаю с нее пилькер на сарганчика. А с этих кусочков я буду делать мормышки. Когда уже разрежу уже вот эту вот половинку на кусочки по линиям, я покажу уже, то есть две половинки распилю, когда уже покажу вам, как будет, что будем делать. Друзья, получились вот такие осколочки от двух половинок ложек. Я распилил их, давайте посчитаем, какое количество, я еще не считал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. 25 мормышек получается с ложки, если мы оставляем серединку. Если серединку мы не оставляем, то, конечно, мормышек получится гораздо больше, в разы. Вот. Получаются мормышки все разные, то есть можно одна большая, одна средняя, одна маленькая. Мормышки, соответственно, ловистые. Я покажу уже, когда будет готова одна мормышка. Все паять я не буду сейчас показывать вам. Но одну мормышку спаяю сейчас и покажу, соответственно. Крючок какой подберу, тоже объясню. И какая форма будет мормышки предварительно, я вам сейчас объясню и расскажу. Итак, какой беру я крючок для такой мормышки? Для такой мормышки я обычно беру крючок с длинным цевьем. Мормышками этими пользуюсь я при ловле карася и карпа в основном. Как зимой, так и весной. На такой вот крючок. Я его уже предварительно показывал в предыдущих фильмах. Вот, кто смотрит, тот знает. Есть они чуть уже, а есть крючки чуть больше. В чем преимущество такого крючка? То, что он
с длинным цевьем, на нем можно хорошо одеть червячка, соответственно, вот они разные, если вы заметили, этот шире, этот уже, то есть этот меньше, этот больше. Тоже ставлю больше крючок, меньше крючок, соответственно, в зависимости от мормышки, если мормышка средняя, значит меньше крючок, если мормышка большая, большой крючок. Ну и предварительно будет форма, как она будет лежать, крючок на мормышке, это будет вот при обработке уже, будет вот так. Вот обратите внимание. То есть мне предварительно надо обработать металл, подготовить его к пайке. Я уже, когда все сделаю, покажу, как паяю, что с этого получается. И какие мормышки с него выходят, я вам тоже покажу. Они у меня есть, готовые уже. А эту покажу только одну мормышку, которую я буду делать. Эти я не буду показывать, потому что я буду не за один день их делать, а в процессе там сделал там 2-3 штуки, на следующей неделе еще 2-3 штуки. То есть это заготовки своего рода останутся. А вот эту мормышку, которую я одну, я покажу вам. То есть я беру заготовочку, беру такой крючочек, тот, который поменьше. Крючок побольше уложу, укладываем коробочку, вот поменьше такой крючок беру. И беру кусочек, один осколочек такой вот, который распилил. Металл этот, который у нас идет на ложках, это непосредственно у нас не серебро, посеребряный мельхиор у нас. Поэтому получится вот такая у нас мормышка. Толщина металла, видите, обрезанная какая. То есть она, металл при том, при всем, что он легкий, но он плотный, толстый получается. И, соответственно, здесь мормышка получается объемная, такая под рыбку. Ну, в общем, я как сделаю, я покажу вам. Итак, приступаю к работе, чтобы сделать вот этого осколочка и этого крючка мормышку. Друзья, вот с таких вот осколочков, которые я резал с ложки, видите, тут еще он даже покрашен этим, ну, в общем, фломастером, который я отрезал. Получились вот такие вот мормышечки, заготовочки, которые я уже обработал. Вот, пробил отверстие, просверлил. И оставил один осколочек для того, чтобы показать, как я делаю вот такие мормышки с этих порезанных ложек, с этой порезанной ложки. Вот я вот этих нарезал, и потом с них произошла такая штука. Такие мормышки. Как я это делаю? Я беру вот такой осколочек. Плоскогубцами сначала выравниваю, потому что он имеет такую сферическую, ну, сферу такую вот, полукруг такой вот. Я его выравниваю, делаю ровненько сначала плоскогубцами. Материал мягкий, поэтому выравнивается легко. Как образец я один оставил, чтобы показать. Придавил чуть-чуть, все, он теперь ровненький уже. Вот если видно, там ровно такая. Беру плоскогубцами его. Зажимаю. У меня есть такая машинка, есть резиновый круг тут здесь. Ну, насадка такая. И вот, в принципе, ею и работаю. Вот так округлил, видите, на ваших глазах все происходит. Не знаю, как показать, еще вот так, что ли. Потом беру непосредственно, ну, металлическую такую подставочку, на нее синзин ставлю. Ложу
и делаю пробойчиком, где намечаю, где я буду сверлить. То есть не сразу сверлю, а делаю на кернышком своего рода. Кернышек. И вот когда я пробиваю на свинце, получается такая полусфера, если обратите внимание, полукруг такой, видите? Вот, как бы, то есть не надо, допустим, шариком там выбивать или как, вот мормышечка получается как полукруглая такая. Я ее так и оставляю, единственное, что потом сверлышком досверливаю. И у меня получается вот такая мормышка, как и эти. Ну, понятно, что надфилем дорабатываю, шкурочкой. После того, когда я запаиваю эту мормышку, я покажу готовую, я не буду паять на ваших глазах, терять ваше время. Вот, у меня получается вот такая мормышка. Вот. Ну, если взять вот так. То есть, вот такие мормышки получаются с мельхиоровой ложки. Очень удобные, хорошие мормышки. Этой зимой ловил карася, карпа. Вот. На один даже фильм я снял, там показывал. Как карася, ну карпа, карпиков там 600-700 грамм, но все равно вот такую мормышку, чем хорошо удобно, что длинный крючок, на него хорошо одевается червячок, если мелкий червяк, одеваешь 2-3 червячка, можно также добавить опариком, зафиксировать, или поставить что-то, ну там, я не знаю, кусочек кукурузки, там немножко червячка и опарик, то есть бутерброд такой своего рода. Так же самое весной. Весной, если ловлю камышах, я, соответственно, сейчас покажу. Могу показать только... Ну, вот будем считать, что это удочка моя с кивком, если я выхожу на карася или карп в камышах. Вот видите, ее она прогибается как. Мормышка весит 1.5 грамма, нормально работает, нормально прогибается. Весной хорошо отрабатывает по карасю. Но нет возможности таких показать на воде это все, потому что ну, причины есть на то. Да и погода сейчас такая, что ну, вот если повесить ее, то можно так посмотреть. Если мормышка чуть потяжелее, значит я здесь, ну как и на всех непосредственно на таких вот шестиках, на таких, будем говорить, кивочках ставлю короче, если мормышка потяжелее. Вот, то есть подтягивать можно ее здесь, хочешь так, смотришь уже на водоеме, соответственно, решаешь, как лучше. Но я считаю, что вот так она нормально. И, соответственно, игра. Шарик, бусину хорошо видно. Такие кивочки это продаются в магазинах. Очень удобно, практично, работает. Уже проверено. Так что вот мои мормышки на таких кивочках ловят рыбу. Что я хотел показать еще сегодня по поводу того, раз я ложку уже разрезал. То есть, соответственно, хотел показать основное. То, что я еще сделал с этой ложки. Помимо 25 мормышек, которые... Я считаю, что 25 мормышек, которые вы сделали на весеннюю и зимнюю рыбалку. Ну, в зависимости, как, конечно, ловить. Но мне, например, хватит не на один год. Потому что мормышки так я не обрываю, но там если оборву даже пяток 7 штук, то на пару лет мне хватает. То есть вот так очень удобные, нормальные, вес у них очень подходящий такой для объема и для работы тоже. Ловлю на глубинах до 2 метров, поэтому тяжелой мормышкой я тут не пользуюсь. Вот практически где-то даже меньше 1.5 метра, даже вот так вот даже глубина. Вот такими мормышками. Можно ловить такими мормышками не только карася и карпа, но а также на море ловить бычка. Под пирсом, под, там, допустим, я не знаю, в камнях там походить. То есть тоже нормально срабатывает мормышка на бычка. Вот, и, соответственно, ловит рыбку. Что я... В общем, я разрезал вот эту ложку. Получилось так, как вы помните. Вот такая вот была ситуация. Вот наша ложечка. Вот эту часть середины с ложки, которую я вырезал, мормышки мы порезали, а эта середина оставалась. Вот я с нее сделал такой пилькерочек с органчика. Получилась у меня вот такая блесенка с таким крючком. То есть
Я еще наклеил наклеечку. Сегодня в магазинах продаются у нас, то есть вот такие вот наклеечки можно купить. Я вот одну из них выбрал, похожую на аферинку. И, соответственно, наклеил. Наклеечка держится долго. Если вы сомневаетесь, можете запасную взять с собой на воду, там, если вдруг отойдет у вас. Не знаю, у меня не отходило, поэтому показываю. Очень удобная такая наклеечка. Да, голограмма дает блики своего рода, и получается, как будто это плывет рыбка. Крючок ставил маленький для сарганчика здесь. Поставил еще флуоресцентную трубочку и поставил флуоресцентный шнурок. То есть я уже показывал в своих фильмах, что я на нитке покупаю шнурки обыкновенные, спортивные, флуоресцентные, и их использую на рыбалке. А, у меня есть вот здесь фонарик ультрафиолетовый. Хочу показать, что от все отражает, чтобы вы убедились. И, соответственно, рыбка точно так же под солнцем, видите, он светится ярко. То есть отражение дает света. Соответственно, если это будут ультрафиолетовые лучи, хвостик на нашем пилькере будет виден. И привлекать будет, соответственно, сарганчика. Сарганчик будет брать. Что теперь еще мы сделал, я сделал с этой ложки? То есть я показал пилькерок, который я вырезал с ложки, то есть оставлял там, где были мормышки, это середина той. Пилькер у нас получился с этой ложки стороны, получилось вот здесь. Итого у нас получилось 25 мормышек, 2 пилькера, и остается такая ложка, вот кусочек. Вот такую ложку я с нее делаю две блесны. Каким образом я делаю две блесны? Я уже подготовил, то есть я беру вот такую ложку, разрезаю ее пополам. Вот так пополам разрезаю. У меня получается два вот таких кусочка разрезанных. И вот я с этих кусочков делаю, вот видите, разрезанных, делаю блесну. То есть я непосредственно, опять-таки, вот такой, вот таким инструментом, бормашиной, вот я переключился, ставлю туда бурчик, выбираю здесь на блесне, делаю подпас, ставлю, у меня есть такие, я уже показывал в предыдущих фильмах, оргстекла. Ну, там получается под рыбью чешую. Вот такие вот пряжки, как бы сказать, заготовочки. То есть я ее порезал пополам, разделил ее, вот так разрезал вдоль. Вот, и, соответственно, вот они получаются вот такие вот, видите, если посмотреть. Посмотрел, чтобы развернуть чешую. Вот чешуя развернута в сторону головы. Вот, разрезал две половинки. Выбрал оттуда с ложки фрезой, ну, этой буром. Выбрал металл. Вставил с одной стороны половинку и с другой стороны приклеил на клей. Клеил 505 с добавлением соды, потому что 505 просто так плохо держит. Но если добавить немножко соды... Увидел на ютубе, что ребята так клеют. Мне очень понравилось делать, держит капитально, в 10 раз сильнее, чем какой-то другой клей. Вот, я просто рекомендую, если кто не сталкивался с этим, очень попробуйте. Немножко соды и потом сверху клеем. Получается вот такая рыбка. Вот на ваших глазах сейчас у меня остается, да, еще я кусочек добавил, чтобы здесь закрыть. Вот я просто не заклеивал, хотел показать вам, как это все делается. То есть то, что внутри идет металл, к металлу приклеил я вот эти два оргстекла. Чтобы как-то закрыть это, соответственно, надо либо закрасить, либо запишить. Я взял и вырезал точно такой же, вот с такого же кусочка, серединку. Вот взял, с нее серединку вырезал, видите, такой. Для того, чтобы закрыть. Сейчас мы ее заклеим. Вот здесь вот так. Она как раз, то есть сделаем животик, брюшко такое нашей рыбки сделаем. И, соответственно, закрашу флуоресцентным лаком, чтобы отражало, было, ну, сейчас вы все увидите, все буду делать на ваших глазах. Это уже я могу сделать сейчас, потому что это, в принципе, недолго. Это не такая работа, которую можно долго ждать. Сейчас я пробью только клей, чтобы там не засох.
Здесь соду не надо, здесь оргстекло, кор стекло, так что я думаю, что тут оно и так приклеится. Если нет, то значит будем соду клеить. Так, и смотрю, чтобы луска была вперед. Значит, вот так. Ну вот я приклеил оростекло, то есть брюшко приклеил к блесне. Теперь возьму флуоресцентный лак и покрашу по бокам для того, чтобы отражение было. Если вдруг рыбка боковым лучом, чтобы можно было видно было ультрафиолетовое отражение. Снизу будет идти эта голограмма. То есть если будет рыба снизу брать, увидит рыбку, соответственно она бликами своими привлекать будет. И получается сбоку и снизу везде будет привлекать рыбка наша, блесна, хищника под водой. Сейчас закрашу, покажу, как это все светится. Ну вот, друзья, я покрасил, то есть приклеил непосредственно этот кусочек, который внизу идет. А по бокам я сделал еще ультрафиолет. Вот, если видите, красный лаком скрыл, отражает вот ультрафиолет красный цвет. Брюшко такое красное получается, как будто перышки своего рода. Вот, снизу будет блики такие голограммы, сбоку голограмма и красная. Ну и так, блесна весит 10 грамм. То есть она не тяжелая, выглядеть будет вот так сбоку, то есть будет отражаться боковым лучом, то есть это красная полоса, ультрафиолет, и соответственно голограмма. Если рыба будет снизу смотреть, то тоже будет голограмма и немножко ультрафиолет красный, получается как будто перышки либо раненая рыбка. Что будет провоцировать хищника на атаку? Соответственно, здесь поставлю крючок, тройничок или просто офсетник, может быть, даже силикончиком. А отсюда будет, получается, у меня защелочка, зажим, этот самый, карабинчик. Вот такая блесенка. То есть, соответственно, с этой половинки можно сделать две таких блесны. Вот, то есть, вот с такого кусочка ложки. Это я показываю еще, это моя блесна, мое, как говорится, изобретение, мое ноу-хау. Так что я ни у кого ничего не брал. Никто мне не показывал, это чисто я придумал сам такие две блесны, блесны. Вот, рекомендую, оргстекло можно любой поставить, либо наклеечку наклеить, и получится такая хорошая блесна. Скажу больше, что даже балансирчики с них можно делать, если отверстие сверху просверлить, а вот, то получится хороший балансирчик. А, ну, вот такая вот, еще вот такие две блесны, будем считать, с этой ложки. Итого это у нас, друзья, получилось... Два пилькера, две блесны и 25 мормышек. Если посчитать то, что мы сегодня порезали, и то, что сделали. Какие мормышки я показал. Да, вес каждой мормышки, ну, от 1.5 грамма и меньше, и больше, где-то 2 до грамма, до меньше грамма, там, в зависимости от какого размера мормышка идет. Вот, взвешивать так не особо буду. Это пилькера, эти у меня получились... Этот, сейчас я скажу, 10, кажется, грамм, а тут 7, если не ошибаюсь. Сейчас я взвешу, скажу по весу сколько. Сейчас я положу. Потому что мы еще не высохли, как бы.
Вот так. Так, сколько весит такой пинкер? Семь грамм. Вот такой пилькер 7 грамм. Вот. С Мельхиора. Вот такой пилькер. С ложечки это середина. Тоже с Мельхиора. Итак, смотрим. Это посеребряный. Я не снимал. 10 грамм. То есть я не снимал сверху, видите сами, это серебро, посеребрение. Это Мельхиора в этой ложке. Поэтому оно еще послужит мне, как будем говорить, привлекалочка для рыбы, соответственно, для сарганчика. Вот. Вот такой вот пилькер у меня второй получился. А вот такая вот половинка, сколько она весит, могу сказать. 10 грамм. То есть, вот я же почему говорю, такая блесна у нас получается 10 грамм. Ну, вроде рассказал, друзья, все, вроде показал. То есть непосредственно каждый может делать, не обязательно 25 мормышек, можете сделать и 30, можете сделать и 40. Не делайте, может, пилькера, делайте больше мормышек. Но, во всяком случае, возможности, опять-таки, с такого материала, как Мельхиор, с такого вот, как простая обыденная, обыкновенная ложка, можно сделать такие хорошие приманочки, которые покажут себя на водоеме и дадут вам хороший результат по рыбалке. Ну а на сегодня, друзья, все, то, что хотел показать, то, что хотел рассказать. Кому понравилось, ставьте лайк. До следующих встреч. С вами был сегодня Виктор Коробкин.